Это не просто хит, это хит в квадрате. Две легендарные компании, Splash Damage, разработчики сетевого шутера Wolfenstein Enemy Territory, и ID Software, создатели Quake, обрадуют всех геймеров мира командным многопользовательским шутером Enemy Territory Quake Wars. Так что собирайте 5 ваших друзей и в бой. Действие в игре происходит через 60 лет от сегодняшнего дня и за 50 лет до событий второго Quake. Прежде чем начать беспощадную войну, вам нужно определиться со стороной, за которую вы будете играть. Это может быть армия землян, Global Defense Force или строгов, инопланетных захватчиков. Далее выбираем класс персонажа, например, пехотинец, инженер, врач и так далее. Одной из отличительных особенностей этой игры является именно то, что в команде непременно должны быть игроки всех 5 классов для того, чтобы успешно выполнять свои миссии. Сражения будут проходить на 12 картах, объединенные в 4 компании. Вас ждет Северная Америка, Африка, Европа. И это далеко не полный перечень. В вашем распоряжении более 40 видов боевой техники, включая танки, вертолеты и шагающих роботов. В ходе сражений нужно будет не только уничтожать силы противника, но и строить базы, возводить различные защитные сооружения, развертывать мобильные артиллерийские установки. Вы еще не забыли, что это командный многопользовательский шутер? Однако разработчики решили отказаться от стандартных режимов. Вы не ослышались, в игре не будет ни дефматча, ни capture the flag, ни last man standing. То есть мы получаем не просто мочилово стенка на стенку, а что-то с элементами стратегии в реальном времени. Знатокам шутеров Enemy Territory Quake Wars может напомнить еще одну легендарную игру. Это неудивительно, ведь игра сделана на усовершенствованном движке Doom 3, а вместе с этим мы приобретаем все самые навороченные фишки — реалистичное динамическое освещение, симуляцию растительности, атмосферы и погодных условий. Но и это еще не все. В игре использована новая технология рендеринга — мегатекстура. Ее назначение объясняется очень просто. Компьютер перестает тормозить. А как вы понимаете, для шутеров, впрочем, как и для других игр, это очень важно. Наверное, вас волнует один вопрос. А что делать, если все друзья уехали отдыхать и в команду взять некого? В одиночку играть можно, потому что есть боты, которые могут выполнять задания и там служить вашими союзниками. Эксперты Virtuality предупреждают, Enemy Territory Quake Wars может вполне составить конкуренцию многим современным командным шутерам. Ведь это новый геймплей, хорошая графика и главное, игру делали разработчики с богатым опытом создания качественных шутеров.